Ну вот, я снова опять в эфире. Удалось сохранить и вторую часть. Она будет выложена и в моем аккаунте доступна 24 часа. И самое главное, что потом мы еще и на YouTube ее выложим. Да, всем привет. Вижу ваши ладошки. Спасибо. Так что все потом можно будет еще раз пересмотреть при желании. Ну, собственно говоря, я подхожу потихоньку к концу, потому что это этюд, да, для большой картины, еще раз повторюсь. Основную мысль я здесь уже, а именно ощущение солнца, ощущение солнечного света и свои впечатления от процесса чаепития я передала. Прошу прощения, слегка подкашливаю. Ну, собственно говоря, еще немножко еще какие-то последние штрихи доделаю. И, наверное, уже можно будет и все, и закончивать. Ну что, эффект солнечности получился. Эффект того, что вот я именно хотела передать ощущение яркого солнца, яркого дня, тоже вроде как есть. Не совсем идеально по рисунку, но, опять же, еще раз повторюсь, и не совсем это как бы стояла, да, такая цель, стояла цель именно больше как бы вот на ощущения, на какие-то вот эти вот на солнечность, на эмоции, на какие-то вот именно свое передать. Так, ну это уже лишние маски пошли. Пусть так и будет. Не буду замучивать. Может быть, потом еще немножко лицо подправлю. И все будет уже, собственно говоря, этюд готов. Да, пожалуйста, так. Больше, наверное, ничего делать не буду. Для большой картины достаточно. Имеется в виду по вот. По сделанности это именно этюд эскиз. Ну и еще раз повторю, что мое задание, которое было сюрпризом, которое держали в тайне до последнего, это именно с использованием опыта предыдущих всех заданий, а именно вдохновившись какими-то великими художниками, вдохновившись фотографами, фотографиями, нарисовать что-то свое. Нарисовать что-то свое, то, что вы любите, то, что вас окружает, какую-то теплую, уютную домашнюю сценку, чаепитие. Просто человек сидит, читает газету, неважно, там, кошку гладит, там, ребенок куда-то тянется или что-то такое. То есть живое, ваше, родное, любимое, уютное, домашнее. И именно вот помогать себе какими-то фотографиями, референсами, какими-то впечатляющими, там, вдохновляющими картинами, да, посмотреть, как там... как с этими сюжетами расправлялись великие художники. Все мы прекрасно знаем, замечательные сюжеты, очень простые. Это, там, не знаю, там, знаменитая девочка с персиками. Ну, наверное, совсем уже какой-то избитый вариант. Но принцип, да, именно такой вот, что это просто вот там, того же грабаря, домашнее чаепитие, да, там, застолье, где он пишет всю семью, всех своих членов семьи, там, сестер, жену, детей. И именно просто вот что-то такое мягкое, доброе, душевное.
несложная, не радикальная, может быть, даже без какого-то там серьезного портретного сходства, именно нацеленная на вот на передачу состояния, на каких-то ваших ощущений. Сейчас немножко чуть-чуть прикашу. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо, что вы были со мной, смотрели этот эфир. Ну, также я вот еще раз напомню, что это все будет доступно 24 часа в моем аккаунте. И можно будет пересмотреть какие-то моменты, если какие-то что-то не удалось посмотреть или пропустили, или непонятно было с первого раза. По маслу я сделаю все-таки, наверное, отдельный эфир про пост про то, как ухаживать за кистями для масла. Я помню, я его выложу, сделаю, как и обещала. Здесь все-таки был больше все-таки упор именно на акварели, на акварельный рисунок, поскольку марафон посвящен акварельной живописи. Ну что, всем спасибо. Я надеюсь, что было вам тоже интересно и полезно. Кто-то, может быть, чем-то вдохновится и что-нибудь такое интересное нарисует для себя. Именно свое. Поэтому всем хорошего дня, творческих процессов. А я побежала дальше заниматься детьми, потому что, как вы услышали, они уже требуют маму, визжат. Ну, может быть, еще что-нибудь здесь доделаю, но, опять же, результат потом покажу, выложу обязательно в аккаунте. Потому что мне кажется, что вполне прилично получилось, и можно показать. Все, спасибо большое. И до свидания.